Достижения коллектива прокуратуры Воронежской области не остаются незамеченными на всероссийском уровне. Так, в 2016 году было выявлено более 155 тысяч нарушений закона, а в защиту интересов граждан и государства направлено более 5 тысяч исковых заявлений на сумму свыше 140 миллионов рублей. Одной из самых сложных остается ситуация в сфере жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорит почти миллиардный долг перед поставщиками энергетических и других видов ресурсов, накопленный управляющими компаниями. Именно сотрудникам прокуратуры приходится прикладывать неимоверные усилия, чтобы повлиять на недобросовестных коммунальщиков. И это не говоря уже о многочисленных жалобах граждан на качество оказываемых услуг, завышение тарифов и безразличие должностных лиц в структурах исполнительной власти, которые должны контролировать все эти процессы и иметь необходимые рычаги воздействия для защиты законных интересов населения. Так, за год поступило почти 56 тысяч обращений от жителей региона, что на 3 тысячи больше, чем в 2015 году. Примерно половину из них удалось разрешить непосредственно в органах прокуратуры. Хотелось бы отметить, что этот коллектив у нас относится к числу лучших в Российской Федерации. Здесь хорошая теоретическая и практическая подготовка работников. И активно ведется правозащитная деятельность по защите прав граждан, интересов государства. Ну, достаточно сказать, что за прошедший год по актам прокурорского реагирования за нарушение прав граждан привлечено к дисциплинарной ответственности около 8 тысяч должностных лиц, нарушивших права жителей области. Более 4 тысяч привлечено к административной ответственности. По результатам прокурорских проверок возбуждено 220 уголовных дел, предъявлено более 5 тысяч исков, проделана и другая работа. Много внимания уделялось обеспечению права граждан на получение заработной платы. И в этом плане достигнуты хорошие результаты. Задолженность не превышает 2 миллионов. Для сравнения, в целом по округу эта задолженность превышает 400 миллионов рублей. Есть проблемные регионы, к числу которых Воронежская область не относится. Много внимания уделялось обеспечению законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это тоже очень важный участок надзорной работы. И для граждан тоже очень важно, чтобы здесь был обеспечен порядок и соблюдение норм закона. Скажу откровенно, очень отрадно слышать оценку нашей работы из уст высшего руководства Генеральной прокуратуры. Владимир Владимирович рассказал об основных достижениях в работе прокуратуры Воронежской области. Хотелось бы сказать, что да, мы достигли определенных результатов в прошедшем году. И этому способствовала организованная, слаженная работа всего коллектива прокуратуры области. Этому способствовали те организационные мероприятия, которые мы проводили, когда оптимизировали структурные подразделения прокуратуры области, когда перераспределяли силы и возможности аппарата и районных прокуроров. То есть целый комплекс мероприятий, который позволил, первое, не упустить из виду основные направления нашей деятельности – и сконцентрировать внимание коллектива, внимание сотрудников на выполнение поставленных задач генеральным прокурором перед прокуратурой области.